Идущий на мэш приветствует тебя, Аве Бу. Аве Бу. Что нам предложат эти два мэшера? Место в карьере Гагюн. Бейтит ДП. И в результате отдает бурст. Бейт по-хиперски, я тебя забейчу, но не накажу. Да, да. Оверхед созерный, залинкованный. Очень много дэмэджа. Назовем это вортексом от Лео. Из этого вортекса очень пожеванно выходит Гога. Вот он уже в Денджер тайме. Ой, не Денджер, а Кулфайер. Угадает? Да, угадал. Немножко дополнил свою классику бэкдэш назад с отсечкой УРЦ, и это помогло. Догнал за бэкдэш. Самый долгий бэкдэш у Чипа в игре. Очень радуется своей победе в первом раунде Федоскин. Опять же, как Джастин один тут же начинает не делать ничего. Возможно, у него что-то сломалось. Да, у него сломался стик. Он так мощно фистпампнул в воздух, что у него сломался хитбокс. Он достает другой хитбокс. И я думаю, это стоит рематчить. Сейчас мы узнаем правила Fighting Crew. По правилам Fighting Crew я не знаю, что будет. Ну, по идее, он должен отдать раунд Гоги. Типа. Бил уже с другого совершенно края зала принимает решение. Он махнул рукой. И что, скажи, махнул? Сейчас мы увидим, что это значило. Это значило продолжайте, видимо. Видимо, да. Ну, ладно, хорошо. Гога мог опротестовать, но не стал, значит, все его устраивает, как и этот ДП. Ну, слишком Гога, слишком няша, чтобы опротестовывать. Ну да, у нас нету дома в Брейде. Наши коммунисты все добрые. Даже если выглядит длинный. Он да. Наконец-то что-то выстроил в виде своего фенса. Был интересный сейчас этап с поздним AirDash'ем. Включает свою невидимость, включает все, что может. Сейчас главное не лыжнуть, не лыжнуть. Вот так вот. Под эти слова Гога сожрал второй и третий хит Рейки. Причем второй, по-моему, даже и не красапит. Пока что монархия уделывает демократию. И поддержки у нее в народе тоже больше. Нет, на Гогу тоже орут. У нас два харизматичных лидера. Я, по-моему, на Федоса ставил полтинник или да, на кого? На Федоса. Отлично. Наверное, за Гогу болеет тоже, потому что за него нельзя не болеть. Это одно из условий вхождения в Guilty Gear Community. Под чуть вниз киками. Но стойко удерживает это. Тут же зовет. Наконец-то кто-то съел вкусный даст. Под обстрелом себя ведет очень спокойно Гога. Пока этот раунд выглядит хорошо. Даже за листики он еле-еле наказан. РЦ телепорты это круиз-контроль к победе. Вообще РЦ это клевая опция. Гога, давай! Я понимаю, что это должно быть. Не, мы никому ничего не должны. Ага, слава тебе. Просто я за Федоскина болею, ты за Гогу, и мы уравновешиваем друг друга. ДП. Вот видишь, как ДП. Причем запоротая. Не в реверсу, но так и надо. Попытка наказать была за 6 кс. Я не ангел, но и ты не Вики. Страшно, что сделать. Он поймал, пытался поймать его за телепорт. А, за телепорт. Понятно. Пока что он ловит его только за нормалы своим лицом. И порит ДП. И вообще все выглядит довольно неплохо для Гоги. Гога Блейд. Забег за спину кто-то совсем не ждет. СВ Инвизибл 1. Гога ушел в кей. Немножко и крысы. Да, крысят. Гога крутой. Да, Гога играет в полную силу. Мы видим и Инвиз, мы видим крысу. Все свои пушки бросают в бой Гога. Гога! Внезапный контрпик. Неужели Федоскин пойдет на это? Нет. Был троллинг в стиле этого самого инфильтрейшена. Гога, давай! Кровь за кровь! Кровь за кровь, теншн за теншн. Как все, как и положено, разрешится в третьем бою. Будем надеяться, в третьем раунде. У нас не бывает скучных боев, тем более в топ-8. Обрабатывает пока нормалами, охаживает.
или ощупывает. И пока все эти нормалы Дёскин был очень хорошо, даже на Дасте стал молодец. Да, но на Дасте нолик, поэтому не нужно бежать, бежать туда крестик. Благодаря, то есть там телепорт УРЦ, это очень клево. Тяжело пока Дёскину. Непонятно, куда блочить. Понятно, что делать. Гога дальше, считал. Кто виноват. Гога считал. Download complete. А, можно не совсем. Так, можно было так. Неважно, главное, что Федоскин вышел победителем. Хорошо предвиг. Ну, уходит очень элегантно прыжком от всех этих глупых миксапов в стойке. Оставляя Федоскина в недоумении. Видимо, остальным его врагам не рассказали, что можно прыгать. ДП на ДП. Будет удар. Гога. Боже мой, Гога. Надежный паниш. Матчпоинт Федоскин. Те зубы, на которых он вытаскивал, были в соплях, но он все-таки вытащил. Помигивает инстант-блоком. Сел на любимую лошадку вниз Хаэса Гога. Включил вообще все разом, и телепорт, и инвиз в РЦ. Помигивает опять, но, как сказать, Федоскину надо не только помигивать. Ну, бы неплохо, вот еще, да, бить по-больному. Забегает за спину, потом обратно. Плохо слэш, да, плохо стаймит. Да, вот долго. Что же за Клера даст? Гога, давай. Ты сможешь. Нашла коса на камень. Отблочил хорошо, опять стойка миксап. Запанишил. Ну, уже там. Гога испугался, что это борт, наверное. Возможно, он перепутал борт с чужим, да. Ну вот последний свой уже матчпоинт, как я и просил, третий раунд третьего боя. Гога входит с бёрстом, комфортно. Не реагирует на дальние забеги, но, в общем, он так, не так много с них теряет. Вложил свой ваучер в золотой бёрст. Посмотрим, не обернется ли это катастрофой. Пока он сжирает комбо, еще одна комбо может стоить ему бросок. Не такой большой выход броска у Чипа, он не может его завершить в комбо. Перехитрил сам себя Федоскин. Плохая на рекавери. Некоторые вещи не стареют. Ну же. Федоскин слегка в замешательстве действует через какие-то паузы. Гога между тем стабилен. 2 хс. У Лео почти накопился бурст. Джейкик, джейкик. Чипа не будет достаточно одного удара. Если он успеет сбёрсить. И... Вот, золотой бёрст. А хочет до теншена королевских кровей наш игрок. Все взвесил, Гога. Все взвесил. Да. Не принес ему счастье этот золотой бёрст. Не в теншене счастье, понимаете? А в бёрсте. В синем причем.